Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Так, значит, по квестам, ребят. Нам нужно, по-моему, за Дэрила что-то сделать. А, нам нужно нанести 100 тысяч единиц урона, но мы нанесли ему, ну, чуть-чуть, буквально один поединок, и мы пройдем. Так, и дуэли, столкновения, блин. Дуэли, столкновения, броубол или парные столкновения. Ну, можно в броубол попробовать. Ну, правда, из меня такой броуболист, я тебе скажу, что лучше не придумаешь. Но, тем не менее, друзья мои, попробуем. А вдруг все-таки получится у нас выиграть? А вдруг получится, и мы разнесем наших врагов? Блин. Йо-хо-хоу. Она на уг... Ага, понял. Да в плане ты. Да ёпарсте, ну как так-то, ну... Стоять, смотри, кружится. Ну давай, сейчас пасанет. Ну, конечно. Блин, трындец. Щелк, 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 щелк. А... По факту не шиша, ребят. Так, надо спрятаться. Они видят меч или нет? Да, блин. МЗ, ну куда ты там встаешь? Ну ты же видишь, что там турель стоит. Ну ёпрасы ты, ну Да, ребят. Да, понятно все, короче, тут. Давай. Ну где там все-то, ёпросы ты, блин? Эй, бараны. Просто бараны, блин. Даже не смогли что. Блин, я один, ребят, отбивался от этих дебилов. Блин. Вообще от них толку ноль. Так, ладно. Мне нужно выбирать другого бойца. Ну, что мы тут видим? Мы видим... Давай я возьму, наверное, пингвиненка. Мы мистера Пи до сих пор еще не докачали до 10 уровня. Попробуем в броуболе. Надо всего лишь два раза победить. Или сыграть два раза. По-моему, победить. О, ну тут уже что-то наклевывается, ребята, у нас. Гриф. Ну давай. А куда он выкинул-то? Ну, молодцы. Ну да, Эдгар, есть. Ё-моё, блин, я уже там думал. Он что-то взял, развернулся и пошел куда-то не в те края, ребят. Но так, там где-то. Нет, ребят, так дело не пойдет. Что произошло-то? Ну, у нас, как всегда, никого нету. Эдгар, красавчик! Прикрывай, Эдгар. Фу, блин. Я пытался, ребята.
зафигачить, ну, по времени не успел. Так, он с мечом бегает, да? Обоих! Обоих, блин! Тяни, 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 тяни время! Где мяч? Тут ты застрял еще. Бери, 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 Кольт. Да ё, просто в этих бочках дурацких. Кто-нибудь прикроет меня? Ну куда ты, ну Эдгар, ну ёпрсте. Был шанс. Бой окончен. Ну что же, мы выиграли, друзья мои. Как бы это удивительно не выглядело, но мы это сделали. Не дали врагу. Эпический. Эй, что это, ребят? Ну, 500. Так, ну зато билетик. Зато мы получаем билетик. Так, опять со звездой. Редкая. 25 силы. Так, мистер Пи, что нам надо там? Победить 9 врагов в броуболе. А, нам нужно нанести урон 100 тысяч. Ну, погнали. И урон как раз наносить будем. Ну, и надеюсь, выигрывать. Черт подери. Эдгар, да, у них опять, ребят, какие-то зверолюди, блин. Мортисы, хирортисы. Эль Прима. Ой-ой-ой. Рэй, так не надо делать. Погнали. Сидел тварь, а? А где я-то? Вон он. Он сидел, тварь, ждал в кустах, прикинь. Да куда? Я опять застрял, как всегда. Ну ёпрсы ты, блин, в этих... Уйди отсюда, Мортис. Это Бул, да? Да ёпрста, ну я пытался, ребят. Я пытался, но у меня закончились. А где мяч-то? Мяч, вон он. Вот этот Бул, как сыкло последнее. Давай, заводи! Есть! Ха-ха! Сидит там в кустах чмошник, блин. Ну ладно, блин, так быстро. Единорог, ну куда ты, ну... Нахрен ты начал делать свой суперудар дебильный, блин. Беспонтовый, блин, свою вертушку сраную, блин. Кому она всралась, блин? Пипец, блин. Да. Два навесика, блин. Понятно, мы опять, как всегда, ребята, в меньшинстве, блин, играем. Просто, просто завел мяч. Не то, что, ребята, стрельнул, а завел. Роза, роза, роза.
Вот тут вот кто-то должен сидеть, ребят. Двоих, что ли, сразу же? Роза! Ну ты делаешь вид, что ты типа его не видела, ну... Да ядрен матрен. Готов. Фух. Да. Надрали задницу. С горем пополам. Наконец-то. Наконец-то мистер Пи получил 10-й, ребята, уровень. Ну что, ну да, билетики. Нет, билетиков пока нету. Пока, ребята, нету билетиков. Ну это ничего страшного. Что нам, мистер Пи, нам нужно с тобой нанести урон. Давай в кристаллы по нему броубол сделали. Теперь, естественно, захват кристаллов авангард. Да, почему бы и нет? М? Почему бы и нет? Блин, какая карта новая. Ядрен матрен. Да, тут командочка-то будет. Попал, гад. У них 4 кристалла уже. Блин, я не увидел, что так хмырюга здесь стояла, прикинь. ЕМЗ, ну куда ты там валишь? А у кого кристаллы-то все? Понял. Давай, 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 ловим. Ловим. Успеем, как думаешь? Где они могут быть? Вон, чувырло стоит. Куда он пошел-то, ёпрсете, блин. Давай сюда билет. Ай, 10 кристаллов. Так, подожди, а мы выполнили, что ли, за него задание или нет? Да, мы выполнили, друзья. У нас Мортис, Покко, либо Макс. Ну давай попробуем за Мортиса. Черт с ним. В пляжном в его костюмчике. Ах. Там Фрэнк, что ли, или мне показалось? Ёпарасете, блин. Ну не знаю, как мы такой командой были. Мне против Фрэнка, ребят, лезть, это такое себе счастье. Я вот могу Рика там схватить, например.
Шелли, как всегда, стоит там, блин. Ну! Есть, щелкнули его. Ау! Ты смотри, хмырь-то этот из-под тишка, блин. Да как так-то, блин? Схерали, блин, убили-то. Ну, Динамайк, давай, вставай, ё-моё. Отлично. Все, я пошел, ребят, ныкаться. Я буду здесь стоять. Ну и прекрасно. Фью. Давай ты там не бубни, бубнит он мне. Поехали. Давай, давай, не это. Не выпендривайся, как говорится. Ну да. МЗ, Пайпер. Зачем ты этот тотем ставишь сюда? Опа. Так, Пайпер где? Ага, вон она. Ну, Бо, блин, вольни ты ее там, блин. Ты чмох, чмох, блин, в кустах, которая там сидит. Слушай, она достала, а? Блять, надо что-то делать. Надо что-то делать. И что? Что мы сделали? Так, бот, ты стой, ты правильно, в принципе, делаешь. Что стоишь там? Тут уже, как говорится, наши дела пойдут. Все. Что, Пайпер, проснулась, тварюга? Так, кристаллы все забрали. Так, Леон там кого-то догоняет. Тьфу! Слов нету, блин. Просто нет слов, блин. Они меня не смогли, ребят, защитить. Они меня не смогли прикрыть от них. Все. Мне пришлось выступать, ну, идти в атаку. А они сдохли, блин, все. Благодаря, знаешь, кому? Пайпер, она прыгнула и бомбы разбросила. И все на этих бомбах подорвались. Вот такой был расклад. Это что за клоун? Ладно, что грустить. Попробуем, ребята, наверстать. Так, Шелли, блин, Шелли в кустах. Да зачем ты, блин, туда прыгнул, дурень? Это я про себя, ребят, естественно. Нафиг ты это сделал, ну... Блин, ребята, вот это вот наш азарт никчемный, нелепый, который вот...
он в данный момент ни к чему хорошему не приводит. Понимаешь? Мне нужен всего один кристалл. Да ёпрасоте, ну что ты будешь делать? Все, ребят. Забрал последний у них. Есть. Ха-ха-ха, ну тут хорошо. Тут, ребят, хорошо. Я, правда, Эдгара вообще не видел, если честно. Где он там бегал? Где он там наяривал, тусовался, блин. Где-то якобы шоркался. Ну, где... Так, у нас тут, ребят. 100 силы, блин. Это вот другого ничего не могут дать, кроме 100 силы. Так, давай посмотрим, что у нас там еще получается. Мне еще 3 поединка нужно выиграть, потом за Джеки пытаться отыграть поединки. Но за Джеки будет сложно, она ближник у нас получается. Так, Динамайк, Джинни. Так, а вот это кто? Причина донайт. Рика. Рикардо. Да. Захотел схитрить, но, видишь, ничего не получилось. Короче, ребята, скажи. Да выпендривался. Кольт. Отлично. Ну куда ты, Рэй, ну лезешь, ну... Есть. Фьюх. Ну тут отличненько, прямо отличненько отыграли. Я там как ужаленный бегал. Ну что, еще 2 поединочки, я думаю, нам это под силу будет. Да, Мортис? Думаю, справимся. Навешаем. Навешаем им звезделей. По-братски. Блин, ну не такой командой, наверное. Хотя она практически, практически, ребята, одинаковые. За исключением. Один боец одинаковый, практически, говорю, одинаковым. Так, спрятался, называется, да? Смотри. Да как так-то, а? Робот, робот, робот. Робот, робот, робот. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Сейчас попробуем здесь наказать. Ну как так, блин? Уперся в этот дебильный ящик, ребята. Вон там она. Вот 25, опять 25. Ну... Им один кристалл нужно, ребят, собрать. Если не собирают, они уже собрали его. ЕМЗ-ха. Все. Фейл называется. Наша ЕМЗ вообще играть не умеет ни хрена, блин. Я вот смотрю, блин, в отличие.
У него нормально бомбит. Наша лезет, куда лезет? Активирует только суперудар, все. Который нахрен никому не нужен. Никого рядом нету, она активирует свое замедление. Да нахрена ты его делаешь, блин? Дебильное вот это замедление, блин. Врагов нету, ты понимаешь? Нету рядом врагов, она делает замедление, блин. Блин, херо вот этот чувак-двойник, блин. Да иди на майке тоже как бы. Ладно, посмотрим сейчас. Карлуша готов. Кристаллы подбери, пожалуйста. Джинни! А Джинни пофигу. Нет, все-таки созрел, но поздно. Ну если он делает эту серию комбинацию, все, ребят, уже ничего не сделаешь. Ну давай еще два кристалла. Два кристалла, друзья мои. Заберу. Давай отходим. Отходим, ребят. Пошел я прикрывать Джинни этого. Готов. В меня там такие заряды летят, блин. Но мне надо было прикрывать, ребят. У Джинни было 11, по-моему, 11 или 10 кристаллов. Мне-то, как говорится, терять нечего, у меня один кристалл, все равно у нас было бы на равных. Ну, как на равных, я имею в виду, все равно было бы десятка, там десятка у нас играющая роль. А время я все-таки потянул, отвлек внимание на себя. Так, у них тоже, ребята, Мортис. У нас Эдгар. Динамайк, что ты делаешь? Так, минус один. Фига влупила. Ну чё, Эдгар, ты ушатал его там, нет? Ты смотри, кто здесь. Ну, Динамайк, в принципе, правильно делает. Это хреново сейчас было. Угу. Блин! Не убежал, хмырь болотный. Так ему и надо. Че, стоим здесь? В аккурат. Давай, 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 иди сюда, иди сюда. Да ядрен, матрен, ну. Шикарно. Все великолепно. Пошел, у меня кристаллов нет, я пошел, ребята, их. Готовы. Валяйся там, хлебососка. Вот валяйся там. Угу, выиграл 5 боев. Так, ребят, сейчас будет... Сейчас будет бесявая. Так, а что у нас там?
Подожди секунду. Джеки. С Джеки на кристаллах. Вот это весело будет сейчас. Блин. Я этого кота давно не видел. Я даже не знаю, что сказать. Я знаю только одно, что я как лопух здесь. Во-первых, я очень медленный, ребят. Да, я могу пробивать через вот эти вот. Как он называется там? Могу пробивать. Да ты посмотри, какой хмырь, а? Так, подожди, сейчас. Вот от этого говнаря надо подальше держаться, ребят. Я не знаю, какого хрена разрабы так сделали, что его просто не подбить. Зашибись, я еще не смог его подбить. Блин, может взять... Да я бы взял, ребята, Фрэнка, если бы мне... Как тебе объяснить? Если бы мне не надо было бы выполнять задания вот эти вот. Хорошо, подбили его. Вон кто у нас, ребята, с максимальным количеством бегает. Надо ее жучить. Жучил называется. И все как дураки ломанулись туда. Придурочные, блин. Вдвоем, там идет обстрел, ломанулись. Да ну нахер с такой командой дебильно играть. Просто ломанулись все. Нахера ты туда ломишься-то, блин. Нахера ты туда ломишься. Ладно, один придурочный, второй побежал. За кристаллами они рванули. Не, чтобы один рванул, они вышли, потратились на него. Второй начал бы прикрывать. Нет, щеманулись все туда. Не, ребят, я знал, что я за эту... как ее там? Как ее звать-то, блин? Давай попробую... Разочек Фрэнк, ребят. Я знаю, что Фрэнк у меня не особо прокачан, но я просто хочу проверить. Такой ли он имбовый, как говорят, или это просто все-таки решает руки. Давай посмотрим. Насколько... Насколько он силен. Он, правда, 10 уровня. Ну ладно, фиг с ним. Просто хочу посмотреть. О, а у них есть рыцарь. Я даже не знаю, что тут. Рыцарь имбовый, ребят. Постоим здесь. Фига там этот дракон шпарит, ты видел? Вот тут просто встану сейчас. Ну, я тебе скажу, что Фрэнк сильный, ребят. При хорошей команде, при нормальной защите. Ну, ты посмотри, он что вытворяет. Просто два удара и практически всех разбирает. Этим ничего не поможет, ребят. Я и последний заберу. Нет, не забрал. Но Фрэнк, это сейчас в данный момент, это не мое. Не то, что мне надо. Было бы у меня задание для него. Да. Но мне нужно за Джеки, блин. За Джеки или как ее там?
За нее надо задание. Да, Джеки. А, так у нее силы-то еще мало. Ёпрстые, ну че он так бомбит дешмански? Поехали. Бомбит дешмански, потому что она нифига, ребят, даже ни на йоту не было вкачана. Ну, естественно, никаких суперударов у нее нету, ничего нету. Да. Пойдем, everyone way. Брок. Брок, вжик. И больше не мужик, да? Так, вжик у нас вон там, ребят. Да пшикалась. Не помогло. Вот это я понимаю, Рика. Пришел, пол рыла тут размазал всем. Да. Просто великолепно. А вот и победушка, да? Ну и зачем ты так сделал? Слушай, как немножечко вкачал, сразу так она начала бодренько бомбить. Джеки-то я имею в виду. Прям хорошо так начал. И урон прям чувствуется. Вон, смотри, половина здоровья. Неужели так вкачка так решает? До хрена. Давай еще. Подожди, а у меня именно по победе врагов? Или что-то у меня за задание стоит? Да, именно по победе. Угу. Именно по победе. И тут еще, видишь, сыграй в команде, сыграй в команде, сыграй в команде. Сыграй матч с товарищем по клубу 3 раза. Сыграй в команде 9 раз. Для этого нужна команда. А что если я, например, ну, командная игра? Сколько кубков? 57 тысяч. А, заглушен. Блин, а как... искать игрока. Блин. О! Кинока. 11-й ранг, 11-й. И я такой дрищ. Не ранг? Или что там у них? Ну, силы, 11-й уровень силы. И я такой бомжара, блин. Слушай, по-моему, противники-то находятся по уровню команды, да? Насколько я могу понимать. Да, скорее всего, ребят, по уровню команды меня с удара вышибли. Меня вышибли здесь с удара. Че такой медленный? Просто не подпускает. Ну ты серьезно? Я даже вообще ничего не успел сделать. Зря я ребят пригласил. Но мне надо было сыграть в командном бою. Я уж тут ничего сделать, к сожалению, не могу. Сразу сматываться. Давай кристалл возьмем. Подожди, подожди, не суйся туда. Он только сматываться умеет, по ходу дела.
Кошара этот. Кошара, алкошара. Может, они специально ждут сейчас, чтобы мы тут... Барли, давай вот, вот не надо вот выпендриваться, пожалуйста. Все, пошел обратный отсчет. Ты смотри! Ты смотри! Ну как так? Ёпрасете! Ну вы что, серьезно, блин? Я так и думал, что ждут, выжидают ребята кристаллы, когда мы с тобой подобьем. Пипец! Я в шоке. Я так почему-то и думал, что будет, ребята. Они дождутся, когда мы кристаллы все соберем. И все. И потом просто запинали. Вот это да. Все, спасибо большое, ребят. Что у нас там еще за квесты? Сыграй в командной игре три раза. Так, выиграй. Сыграй по товарищескому клубу. Не знаю. Готово. А че это у нее такие столько звезд? Нам нужен кто-то еще, ребят. По клубу, по товарищескому клубу. Не то, блин. Ребята, 7730 кубков. 57 тысяч. Ай, да. 222. Блин, тут же, по-моему, числится... Если бы как бы баланс бы был бы, ну, уравнивался бы этот прогресс. Ё-моё. Джафар какой-то там. Давай, иди сюда, Джафар. А как он так быстро, интересно, метнулся? Понял я, кто такой Джафар. Я понял, ребят, этого Джафара. Да, это Мортис. Там Мортис, Рика. С Рика. Что? Он потратил всю... Ага, ага. 6 кристаллов у них уже, ребят. Три и пять. Стоят там. Да фиг ли я тут, Джеки? У нас теневая зона, типа, да? Сколько? 9 у нас. Что-то мне кажется, сейчас ребята опять психанут. Не надо лезть ты. А, хели, не надо лезть. У них все кристаллы, блин. Нет, ребят. Фу-е-та. Как и в тот раз. Все кристаллы продинамили в последний момент. В командной игре я не игрок, если честно, ребят. Как это лажа получается у меня. Поэтому покинуть команду. Не буду позориться и ребят там позорить, блин. Да выйди ты, ну куда ты полез? Твою налево.
Просто мне вот как-то, я не знаю, ребята, с чем это связано, но 50 тысяч кубков, мне кажется, должен чувак играть, ну, чуть ли не как профи, блин. А там как-то, блин, получилось. Я даже не знаю, как там получилось. Как-то вот хреновенько, если честно. Пока, ты чё там? Опять мобы. Не знаю, ребят, вроде не похоже было. Бедный Эдгар, а? У него два кристалла. А у меня, как всегда, ребят, щелк-щелк. И мимо. Эдгар, как всегда. Ну да, конечно, типа я тебя не видел. Типа я тебя там не видел. Как она там сидела в кустиках, блин. Отклячу задницу. Так, победил врагов 15 раз. Выполнил задание. И билетик. Ну, конечно, редкий. Конечно, редкий. Какой еще может билетик достаться мне? Только редкий. Ребят, ну где еще одну звезду можно набить? На чем? На каком задании можно набить еще одну звезду? Да вот только такие стали. Сыграй в команде и все. Сыграй матч в текущем... В товарищеском клубе. Все. Больше ничего нет. Хотя подожди. Барабанная дробь. Барабанная дробь. И возьму я... Так, подожди, а мне надо кого... Давай посмотрим, кого нам надо прокачивать. Того я и возьму. Так, нам нужно Эш. Нам нужен Эш. У нас... А, у нас два, у нас же... Давай Спайка, я за Спайка, ребят, не играл ни разу. Посмотрю, что он там себе представляет. Этот Спайк. Он же тоже на виском, да, бросает, ребят, по-моему? Это барабанная дробь, все, я понял. Короче, мне тут хана. Я эти не знаю, как в это играть, блин. Очко, в очко, ё-моё. Он уже бо, ребят. Все бо стали. Ты серьезно, блин, Пайпером? Я Пайпер вообще... Не умею, не... Эль Прима. Блин. А тут каждый сам за себя, что ли? Я что-то нифига не пойму, ребят. Где все-то? Кто? Что? Я ни черта не понял, как тут играется это все. Ну вот серьезно, друзья, непонятно. Бомбим, оживляемся, бомбим. Ну, звездочку я получил. Спасибо за подарочек. Открывай давай свой сундук. Всего три. Да.
Мегаящик. Называется «Поиграл с Пайком». Угу. В общем, заданий, друзья мои, не осталось именно за персонажей. Ну, а эти задания по команде, это... Ну, увидели. Профанище полнейшее. Ладно, друзья, на сегодня буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.